My friend. Бля. Сегодня мы будем делать очень важную вещь. Мы будем готовить вот это. Это очень странная жвачка. Я ее уже готовила, но у меня нету столько ингредиентов, поэтому будет просто чеснок, эта штука и морковка. Явно и уже повидавшее редкостное дерьмо. Ну да. Короче, морковка помыта. Но ее надо как бы еще почистить. Но мне, если честно, лень это делать. Не знаю, как вам. Ладно, почищу. Вот. It's beautiful. It's perfect. Порезала я это вот таким вот ножом. Потому что он острый. Потому что остальные ножи у нас тупые, как я. А еще я снимаю все на телефонную камеру, как первоклассник, потому что у меня ничего нету. А еще потому что это вышло спонтанно. Короче, есть такая вот кастрюля, побитая жизнью. Вот, смотрите. Она повидала огонь и воду. Вот. И по рецепту нам надо эту штуку, морковь, да. Нам надо порезать что-то там, да. Фокус. Прием. Да. Надо порезать ее соломкой. Ну, типа, я не знаю, как это можно назвать, но это надо делать на терке на специальной. Ну или я свою терку показывать не буду, потому что она еще страшнее, чем кастрюля. Надо это сделать. Я это делать не буду, потому что я так не умею. А еще потому что у нас терка тупая. Это, короче, кружка моей сестры. И самое главное, что у меня есть такая кружка. У моего брата есть такая кружка. И Таня, я знаю, ты смотришь это видео, ты понимаешь, насколько, когда они вырастут, им будет больно смотреть на эту кружку. Я, короче, я запалила. Я запалила свою, да, вот терка. Ой, отстаньте. Короче, вот, я не знаю, хватит? Нет? Я типа не первый раз готовлю, но я не уверена. Ее же мало, анчоузы. Еще немножко натру. Ну что, девочки, пятница. Время натереть клюкву. Натереть клюкву. Блин. Так всю жизнь. С пола есть типа нельзя, но мне все равно. Если я буду есть морковку, у меня будут хорошие волосы. Мне так бабушка сказала. Да. А это вот все. Мне надо вообще-то прожарить с чесноком в этой дряни. Из чего она состоит, я без понятия. А это состав-то. Масло подсолнечное, сахар, уксус яблочный, соль, вода. Короче, да. Гадость. Процесс жарки — это самое страшное для меня, потому что я жарить не умею. Вот вообще. Все спалю, а еще у нас нету чистой сковородки. Я хорошо подготовилась, да? Я нашла чистую сковородку. Я ее полить не буду, она тоже страшная. Которая не страшная, она далеко под горой посуды. Я ее доставать не собираюсь, короче, да. И сейчас я вот насыплю туда морковку. Вот так вот. Вот так. Так вот вроде она не палится. Если она будет палиться, я это... Вырежу это просто из видео. И да, я настолько ленивая, что надела на свою доску для нарезки вот это вот. Потому что мне лень ее мыть. Мне кажется, вы слышите, как кошки на заднем фоне, они просто мяучат. Потому что они хотят, чтобы я их покормила. А я их кормить не хочу. Как обычно. Хэштег кошка-анорексичка. Путем. Тут очень много лишней и бесполезной информации, да. Это... Берем чеснок. Я надеюсь, мой чеснок не гнилой. Нет. Вообще идеально. Мы его хромсаем на терке.
и кидаем к моркови. Блин, я забыла туда залить этот долбанный соус. Отлично. It's magic. Magic. Он сам себя очистил, я серьезно. Я просто делала как-то вот так. И да, вот. И он сам себя очистил. Раньше, в детстве, я так мучилась с этим долбанным чесноком. А еще я готовлю с кольцами на руках. Ну, я молодец, да. Самое страшное, что я добавила чеснока. Что так положить камеру-то? Окей. Мы берем эту штуку и кидаем его отсюда. О, да, it's perfect. А потом делаем вот так. Я не могу вам показать, как мы делаем. Еще у меня фокус тупой. Как я уже и говорила. Какая-то хуйня выходит, короче. Но суть вы поняли. А еще, если вы это смотрите, то, наверное, вы отбитый на голову человек. Я не знаю. Вы ломаете себе психику. Поэтому это будет стоять только Таня. Да? Мы ставим воду. Берем воду. И кидаем это в воду. Вот. Вообще-то это просто надо залить кипятком, но я постоянно кидаю в воду. Не знаю зачем. Мне кажется, на протяжении этого видео я сказала, не знаю зачем, слишком много раз. Короче, вы понимаете, что по этому видео готовить учиться не получится, да? It's my life. У меня мышь вылезла. Мышь вылезла не из-под стола, у меня нет дома мышей. Это отсюда. Ни хрена не видно, я фонарик не включила, я ничего не включила. Выходит у нас что-то примерно вот такое. Какое-то говно. Но я это буду есть, так что вы это есть не будете. Надо быть счастливыми. Да. Я, короче, нашла эти кружки. Они уже побитые жизнью, ими никто не пользуется. Ну вот они. Это я. Смотрите, какая я. Красивая, да. И вот мой брат. Он вообще из перфект. Вот. Короче, мне кажется, я перетушила эту несчастную морковку. И надо будет что-то делать. Я, короче, вылила все, что у меня получилось, а точнее не получилось, вот сюда. Выглядит это как оборное говнецо, но на камере так выглядит. Хотя, в принципе, в жизни тоже. Я все вырежу из этого долбанного видео, я оставлю только конечные результаты, вот это вот фон махорошек. Остальное я вырежу из этого сраного видео. Это была ужасная просто идея вываливать все это в миску. О, господи. Но мне кажется, сейчас все отсюда вывалится, но это выглядит более или менее сносно, наверное. Как седые волосы в какой-то грязи. Фу, блин! Кстати говоря, я не знаю, кто-то еще смотрит мой канал, хотя я не выкладывала видео год. Если что, я КС-чара. Е-бой. Но я не выкладывала видео, потому что забила на Ютуб. Да? Такое бывает. И тут выкладываю видео, как я готовлю какую-то несъедобную фунчоузу. Точнее, ужасную пародию на фунчоузу, да. И это, наверное, никто не посмотрит. Да. На вкус, конечно. Морковка ничего такая. Как уксус. Я поняла, что основное здесь. Ну, так, островатенько. А если пробовать макарошки целиком полностью, то... Ай. Ну...
Не знаю. Я забыла посолить. Нормально, это вообще съедобно, мне кажется. Как-нибудь на свет это вывести. Вот. Фокус. Фокус, давай, вот. Это ужасно выглядит на камере, но в жизни это... Ну, посъедобнее немножко выглядит, что ли. И на вкус-то не так ужасно. Но на фунчозу, конечно. Вот там на картинке были креветки, так все красиво лежит. У меня все вперемешку, без креветок, с морковкой и чесноком. Бюджетная фунчоза. Хотя фунчоза сколько стоит? 90 рублей с чем-то. Мне что-то дорого. 84 рубля у нас вроде стоит фунчоза. Короче, вот, вышло какое-то откровенное дерьмецо. Но есть это можно. Поэтому не готовьте это по моему рецепту. Приготовьте по нормальному, адекватному рецепту и ешьте. А Таня приготовь это по этому рецепту, по моему рецепту. И можешь есть. Да. А с вами была КС Чара и мое неумение снимать на камеру. Да. Сначала попробую это. Ну, такое, да. Как будто бы чего-то не хватает. Ну, возможно... Хотела сказать уксуса, господи, соевого соуса, которого у меня нет.